На Украине сегодня день тишины перед вторым туром президентских выборов. Уже завтра к вечеру станет понятно, кто кого. А накануне Порошенко и Зеленский все-таки устроили словесную схватку на стадионе и стояли на одной сцене. Порошенко перешел на сторону Зеленского. От дебатов, правда, ждали большего, но все превратилось в поток взаимных обвинений и вопросов без ответа. Позиции кандидатов по многим темам так и остались неясны. Были на стадионе и свободные места, несмотря на то, что команда действующего президента свозила людей автобусами со всей Украины. И кандидатов президента Петра Порошенко. Нет, это не дебаты. Есть такая форма борьбы – борьба в грязи. Противно. Соревнования по плевкам на дальность закончились заплеванным биноклем. Системного взгляда в будущее мы не увидели. Вообще будущего не увидели. Бедная, бедная моя родина. На что же тратятся деньги моих родных земляков? Два клоуна беснуются под заупокойную гимна. Одно можно сказать точно. Ни на один вопрос Зеленского Порошенко не ответил. Одна демагогия. Многие политологи называют все происходящее плохим шоу, в котором никто из кандидатов не смог набрать дополнительные очки. Гора родила мышь, и так говорят. Хотя некоторые считают, Зеленский держался убедительнее. После словесной дуэли на стадионе Порошенко предлагал своему оппоненту отправиться на официальные дебаты в телевизионную студию. Но на них президент в итоге приехал один и дискутировал сам с собой.